продолжение видеоролика «Отдых на каньоне». Я просто надо малышку видео удалить старых, это просто память закончилась. Приятного всем просмотра. Чё, больше не будешь падать? Буду. А вон туда, уго, там даже подниматься можно по лестнице. Может, дальше смотри. А? Дальше можно по лестнице подниматься. Видишь, впереди. Нифига здесь круто. Специально бревна завалили, наверное. Вот, в общем, оттуда мы идем. И идем дальше туда, исследуем места эти. Да, мы же такие тупые. Мы же такие тупые. Не знаем, что такое, куда мы идем. Ну, мы не знаем. А они же уже не знают, что мы идем исследовать. Поэтому ты говоришь. Неужели непонятно, что мы идем туда разведывать? Я что, это же все, так все говорят. Так, будь аккуратен, здесь уже не падать, здесь бревна себе аккуратно. Здесь уже не надо падать. Если ты упадешь, то капец будет, царапина. Здесь очень красиво, а? Я серьезно. Только что мы, брат, сегодня поехал, конечно, было бы, и все мои родные. Как тебе, может быть, съездим сюда? Вам надо бы стать только сестрой. Вот, нифига себе стало. Ба, было бы у меня телефон, кажется, лучше, было бы круче, а, видно. Да, любимая твоя, не, если ты пойдешь ты? Не, нахуй. А, ты по воде пойдешь? А, вот так можно пойти, что я туплю? По бревну, нет. Я не рискну, у меня телефон в руке. О, там куда-то кепку забыл. Что? Там куда-то кепку забыл. На бревне. Знаешь, скоро вернет. Ходу мужик-то гребнулся, вон кепка там. Ого, да, мы уже точно не поднимемся наверх, а? Здесь не скользко? Я шагаю медленно, потому что у меня кроссовки скользкие. А у меня они прям идеальные, да? Они мокрые, потому что. У тебя? А еще те же какие-то кроссовки, специальные такие. Можешь еще намочить, а мои, блин, начинаю намочить только песом, развалится. И фига себе чищили, и а? И реально. Мама, здесь скользко. Я уже это понимаю. Блин. Придется по воде идти, походу. Походу придется по воде реально идти, а? А, можем вон подняться по лестнице сядь. Немного по воде и по лестнице потом подняться наверх. А, если мы только, конечно, пройдем поверху. Ай, блин, ну ладно, я спускаюсь. Идеально зашибись, как смогу спускаться. Ё-моё, здесь реально. О, нихера тут пещера. Нифига себе, здесь классно, а? Да. Я бы, наверное, сюда хрен бы поехал бы, я не знаю, блин, серьезно. А, нет, это не пещера. Ой, блин. Ё-моё, я спускаюсь на заднице. В общем, пока я еще спустился, но здесь все равно прикольно, а. Что, ты по воде пойдешь? Пойди, а я по верху пойду. Давай, я поверху. А брат, я по воде пойду. Сколько? Нихера себе. Я вижу. Нихера себе воды здесь сколько. Блин, я здесь дерьмово буду спускаться. Походу, да, дальше по воде придется пойти уже. Или нет? А не, можно пойти еще. Ой, блин, как я здесь буду спускаться, а? Ё-моё. Ребята! Гол к нам! Купаться! Да, ему... Вода тёплая, 8 градусов! Вода охерительная, блин. Да, спускаться здесь не ахти. Сразу говорю, что все, приедете когда-нибудь в жизни. Фух, здесь уже прохладно, а. О, я уже, блин, я не туда пошел. Хотя, посмотрим, можно там пойти. А я иду, иду. Ногам холодно, пизду. Ё-моё, из боку бантик. Мадукс. Слушай, может поплаваем? Я засниму, как ты тут плаваешь. Да ты чё?
Ты зря ты кепку взял? Я телефон пока паузу нажму. Ни хера себе воды! Да он нахер тебя, ты чё? Все, это не твой шлепок, нет. Ты кто-то шлепок забыл. Это чё, совсем что ли? Пошли со мной, наебал. Тебе нахер, я уже по верху пойду, а? Ё-моё, сбоку бантик. Тима, я думал, здесь маленькая глубина. Маленькая. Я вижу, блин. Какая она, твою медь. Как я пойду здесь, а? О, сейчас я обратно обойду. Ты через верх пойдешь? Да. Да возьми это, пакет положи, а, да. Да, как я... провалился. Вот именно. В общем, я пошел поверху. Понял, что пока не стал идти, потому что дальше я бы уже и смог снимать. Там очень глубоко, он куда серый прыгнул. Я иду, иду. Только не так прям резко, как ты. Я это поверху, а ты понял, что, блин. Нифига, здесь лиана даже есть, можно сказать. Прикольно. Фух, блин. Да. Чё, как там водичка? Все, идем. Нифига, он какой-то сделал нахуй. Пошли! Я думал, просто пройду. Да, мало воды, а было? Ага. У меня ж мурашки походят. Ай, блин. Это, мои ельцы, это ж стилист. Так, ну это нам не надо знать. Это нам знать не надо. Мы сделали вот так, ква! Давай, ква, пошли. Ха. Походу, да. Фу. Все, пошел, пошел. Кайфуешь, да? Да, да, да. На камушке не холодно. Угадай. Такая школа холодная. На ноги-то нифига здесь течение. Реально правильно говорили, а? Реально течение. Ладно. В общем, я говорю, я спустил. Ага. В общем, блин, здесь очень красиво. Всем привет. Я спустился. И очень офигительно, а? Мне здесь очень нравится. Да, что это нам? Поёшь песни, а? Вот. Давай, скалолаз, поднимайся. Ого, нифига как здесь, все прикольно. Эй, да что ты еще? Серый. Это уже тупо, это уже. В общем, мы идем дальше. Ну, что говорить, уже так непонятно. Здесь реально круто, а. Мы же комары задолбали. Ой, блин, а. Ай, ты кот, что ты повлиял, ты что делаешь? Понятно. Руку долбанул. Молодец. Ого, там дальше походу по воде придется идти, а? Я не боюсь. Так, я уже сюда не поднимусь, а? Нет. Твое налево. Я могу подняться. Ну, блин. Да пешком лучше, пешком не лучше идти. Ого, а там какая-то щель в скале. Вон. Не, вон там, видишь? Ага. Может, сходим, а? А там не поднимемся. Крутой подъем. Да, мы там не поднимемся. А, тебе посрать, да уже? Я воды не боюсь, ногами не холодно мне. Мне только когда я вот это, падаю, спина, очко. Походу вот так пойду я. А я не снимаю. У меня просто кроссовки, я же говорю, заклеил. Ой, блин, а. Я вижу, она очень чистая и холодная. Да я пойду поверху. Сука, холодно. Давай понизу, вместе со мной. Ой, блин. Бля, твою налево. Ааа. Сукин сын. О, дальше и пойду уж.
Очкует, он очкует, ребята, ему холодно. Сука. Бля, Вась, нет, здесь еще можно пойти с телефоном. Да, можно. Я уже не пойду с телефоном. Почему? Я не пойду с телефоном. О, вот на капец, а. Я попробую по верху пойти, а. Че, он пошел все, но я не могу. И не говори, холодно, говоришь, пойду. Да ты сколько воды здесь, я не пройду с телефоном. Ёб, ты еще кроссовки держу в руке. Знаете, как вообще неудобно, а? Это ж пипец идти так, а. Все, может мне кроссовки здесь где-нибудь оставить где-нибудь, а? Может кроссовки где-нибудь оставить? Кроссовки где-нибудь оставить, может? Ты ни хера не слышишь, да? Кроссовки где-нибудь оставить. Да. Блин. А если они тебе потом понадобятся? Блин, сейчас я паузу нажму. Да все, без этого. Пошли, дальше идем. Все нормально, я прошел. Не гребнулся. Дальше, идем дальше. Так, ну я по верху иду. Вот здесь я опять не пойду с телефоном. Или пойду. А? Ну-ка, поставь сюда из воды, пойду с телефоном. Нет, ты не пойдешь. Неужели не видно, что ли? Твои налево. Здесь мелко. Да? Ну что, не видишь? Ой, блин, а. Ой, как здесь холодно, блин, а. А мы хорошо. Ой, блядь. Что? Сука, я ударился от швы. Ай, сука, я уже понял. Зато хорошо. Зато хорошо, Серый, а. Я вижу. В общем, человек один закон, будет снимать только чисто здесь. Так как мы там, мы чаще, что мы уже отдыхаем, а. Знаешь, потом, когда придем, в баню пойдем, я в анал. Да, попаримся, только там уже я видео снимать не буду. Там уже все. У меня памяти на телефоне не хватит. А ты это говоришь, как будто это никто не знает, что ты этого снимать не будешь. Да в смысле говоря, у меня памяти на телефоне не хватит. Я, да, у меня же телефон, блин, то иметь. Блядь, нахер это говорить, я вообще не понимаю. Да чтоб знали. Знали, куда ты идешь, да? Ой, блин, это же видео, Серый. Где есть течение, блин? Ой, блин, пока мне ни хрена неудобно идти. Чё? Здесь уже глубоко. Блин, как я с телефоном пройду? Меня смотри, попи на меня. А, очко мое? Я уже понимаю, что тебе кайф. Сука, холодно. Блять. У тебя в кровати. Блин, ну ногам не так холодно, как сил. Меня все с телефоном я не пройду. Блин, а. Сер, как я с телефоном пройду, а? Ой, блин, а. Блин, походу я с телефоном не пойду. Серый, как я с телефона пойду? Как? Ложи пакет. Все, дальше идем. В общем, мы пошли в воду. Телефон я не намочил, как вы видите. Если я снимаю. Ух, блин. Ты-то понятно, молодец, вот здесь не скользко. Ё-моё. Ой, водичка, а здесь синёк, еще солнца нету, вообще холодно. Я уже понял. А, Боб, у меня, кажется, видео лучше. Ой, было бы классно, а. Фу, отвалите, комары. А, камера, наверное, намочилась, блин. Фига здесь камеру, сколько, блин. Да хрена. Я еще немного поснимаю. Все. Фу.
отдых удался. Да отвалите вы от меня. Ой-ой-ой-ой. Там много воды. Ладно, я пойду здесь. Ой. О, солнышко, хорошо. Ой, мои ботиночки, рукава мокрые. Фу. Да. Ё-моё. Чё это? Ой. Уф. Чё? Туда? Вы за один ты посмотрите за парень. У тебя все равно уже один мокрый. Ну да. Ой, ладно. Ой. Ой, кажется, видео плохое, блин. Я топтал, прям, правда. Ладно. На этом видео у нас подходит к концу. Здесь очень классно, нам очень здесь нравится. Подписывайтесь на канал, комментируйте видео, ставьте лайки. Всем доброго дня, всем пока!